Добро пожаловать на побережье Калифорнии. Это Life Extreme – особая гонка со сменой машин, после которой вы попадете на Motorfest. Гавайские тропики ждут. Motorfest – это гоночный фестиваль. Целый год событий для настоящих фанатов скорости. Но вернемся к этой теме позже, а сейчас пора начинать гонку. Береговая линия Биг Сюр составляет 145 километров. Но на самом деле эта область еще больше. Она уходит вглубь материка. Общая площадь парка Биг Сюр свыше 400 гектаров. Не зря это место называют мини-Йосемити. С вершины этого холма открывается отличный вид на Калифорнийскую долину и Сьерра-Неваду. Интересный факт. Каких-то 200 лет назад на месте здешних садов и полей располагалось крупное озеро, важный источник пресной воды к западу от Миссисипи. Жаль только, посерфить тут было нельзя. Итак, веселье начинается. Пора сменить транспорт. Пока-пока, ралли-кары. Привет, гоночные тачки. Вернемся к теме Motorfest. Фестиваль проходит на острове Оаху. Это одна из главных фишек. Возможно, с побережья Калифорнии Гавайи не кажутся такой уж экзотикой. Но хочу напомнить, отсюда до Нью-Йорка ближе, чем до Гавайев, и речь не только о расстоянии. Так-так, мы на Тихоокеанском шоссе. Самое время переключиться на туринг-кары. Следующий отрезок трассы — это что-то с чем-то. Красота неописуемая, но и за дорогой надо следить. Thank you.
Может, тот круизный лайнер как раз направляется на Гавайи. Хотя участники фестиваля обычно добираются туда на вертолете. Да, Моторфест — это дух приключений. Калифорния — шикарное место, спору нет. Но остров Оаху — это настоящий рай. На Моторфест вас ждут динамичные гонки по шумным улицам Гонолулу и езда по бездорожью на склонах вулкана. А еще множество крутых извилистых трасс, созданных специально для участников фестиваля. Прямо по курсу — легендарные пляжи Санта-Барбары и ворота в Южную Калифорнию. Место пользуется спросом среди знаменитостей. Тут даже проживают члены британской королевской семьи. Последняя смена транспорта на сегодня. Ворвемся в город ангелов за рулем мощных гиперкаров. Встречай нас, Лос-Анджелес! Народ любит Лос-Анджелес за теплую погоду, но и на Гавайях с этим все отлично. Даже в дождь температура не опускается ниже 20. Лучше тропиков места для веселья не найти. Просто потрясающий вид на центр Лос-Анджелеса. Это крупнейший по площади и второй по численности населения город Америки. Солнце, пляжи, Голливуд. В городе ангелов все включено. Последний рывок, и мы у порта Лонг-Бич, откуда по морю транспортные средства отправляют на фестиваль. Вот мы и у пункта отправления. Отсюда все желающие могут попасть на Моторфест. Если вам не терпится прокатиться по Гавайям, присоединяйтесь. Подгоните к порту свою коллекцию транспорта, а об остальном позаботится Моторфест. Каждый участник фестиваля имеет право на бесплатную перевозку коллекции транспорта. Фестиваль вот-вот начнется. Запрыгивайте в вертушку и отправляйтесь на Оаху. Вас ждет незабываемое приключение. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи на Моторфест.